В Тюменской области формируют 3 спецподразделения из людей, выбравших службу по контракту. Инженерный батальон «Тобол», подразделение снайперов «Тайга», дивизион «Сибирь». Контрактники получат денежное довольствие от 200 тысяч рублей, суточные 8 тысяч рублей. Предусмотрены премии за выполнение боевых задач 300 тысяч и другие выплаты и льготы. Кроме того, участникам этих подразделений выделят по 100 тысяч рублей подъемных. Такое решение принял губернатор Тюменской области Александр Мур. Служба в одном строю с земляками имеет много плюсов. Такой коллектив более сплоченный, люди в нем относятся друг к другу более ответственно. Потому что в подразделении они находят общих знакомых, понимают, что после окончания службы вернутся в одну область, а кто-то даже в один город, село, поселок, отметил глава региона. Подать заявление на прохождение службы по контракту можно в военный комиссариат Тюменской области.